В начале лета известный режиссер Никита Михалков оказался на больничной койке, якобы из-за проблем с сердцем. Друзья и родные кинематографиста заявили, что серьезных проблем у него нет, а госпитализация была плановой. После выписки из больницы Михалков пару раз появился на публике, а затем неожиданно пропал с радаров. Поговаривали, что он уехал из Москвы. Позднее стало известно, что режиссер действительно уезжал из столицы в Нижний Новгород, где представил спектакль. Авторская программа Михалкова «Бесогон ТВ» в последний раз вышла в мае 2020 года. Вот только повтор выпуска сняли с эфира, а его продолжение и вовсе не выпустили в эфир. Снятие программ с эфира Михалков назвал цензурой. В марте 2021 года появилась информация о возобновлении показа передачи.